Учебный центр «Муниципальное предприятие трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса, говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам 309-95-35 и 309-95-91. В телеграм-канале Департамента опеки предлагают принять участие в опросе по теме «Меры дополнительной социальной поддержки инвалидов в Самаре». Полученные в ходе онлайн-опросов результаты будут использованы с целью анализа дополнительных мер социальной поддержки гражданам городского округа Самара. Результаты опроса анонимны и видны организаторам в виде обезличенных статистических данных. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо пройти по ссылке, опубликованной в телеграм-канале Департамента опеки. Открытое окно – опасность для ребенка, напоминает в телеграм-канале Красноглинского района и призывает родителей не оставлять детей без присмотра. Теплое время года – период повышенного внимания к их безопасности. По утверждению специалистов, ребенку нужно меньше минуты, чтобы открыть окно, а москитная сетка не рассчитана на детский вес. Форточки и пластиковые окна должны быть открыты наверх. При необходимости можно установить фиксаторы и блокираторы, выставить на подоконник цветы или предметы быта. Глава Кировского района Игорь Рудаков встретился с жителями дома по адресу Металлистов 72А, говорится в телеграм-канале. Он осмотрел качество работ по благоустройству, которые завершились там в этом году. Здесь отремонтировали проезды, тротуары, парковку. Глава района обсудил с жителями интересующие вопросы. Также вместе с активистами был рассмотрен дальнейший план действий по развитию придомовой территории.